А послы Большой Семерки провели специальную встречу с главами НАБУ и САП. Казалось бы, встреча от такого уровня должна была пройти в присутствии прессы, но журналистов не приглашали. Однако некоторые детали разговора все же просочились. После беседы дипломаты резюмировали. Антикоррупционерам стоит меньше заниматься пиаром и политикой и больше эффективной работой.